Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы с вами разберем вот этот вот топ, майку, футболку, как ее назвать. Ну, топ, скорее всего, летний. Очень мне понравился, красивый, необычный, не заезженный, как бы, оригинальный. Достаточно оригинальный, и я склоняюсь к тому, чтобы его связать как бы подробным мастер-классом. Есть у меня 3 мотка бамбука, которые я заказала. Ну, в общем, смотрите сами, все зависит от вас. Вот, значит, этот топ рекомендую. Начнем с того, что набираем петли как бы по окружности бедер. Вот, вяжем снизу цельновязанным полотном. Что это значит? Это значит, что вяжем спинку и петли, переднюю деталь одновременно. Так, итак, меряем окружность бедер. Он у нас достаточно в облипочку, поэтому припусков нам никаких не нужно. Мы делаем это все по нашей фигуре. То есть, если шире бедра, меряем по бедрам, если шире грудь, то меряем по груди. Вот, набираем нужное количество петель. Вот, значит, узор. Узор у нас 2 вида узора. Это чулочный, 3 даже, 3 девчонки. Это чулочная гладь на верхней половине. Это резинка 2 на 2 на нижней половине. И это резинка 1 на 1 на обвязке рукавов. Итак, набираем, значит, петли и вяжем в круговую резинкой 2 на 2. Вот здесь вот. Вот. Сантиметров 10 мы вяжем просто резинкой 2 на 2. Далее, что мы делаем? Давайте я вот так вот нарисую, если смотреть сверху вниз, вот, допустим, на спицах у вас петли. Мы отделяем 2 боковые части. Вот таким вот образом. То есть здесь они вот так вот будут выглядеть. Вот. И начинаем делать убавление. Но убавление мы делаем вот отсюда, из центральной части. То есть эти 2 боковые части у нас остаются нетронутыми. То есть мы их до линии проймы вяжем вот эти вот части вообще нетронутыми. Делаем сокращение по вот этой вот части. И делаем эти сокращения где-то на высоту 5 сантиметров. Далее, через 15 сантиметров от низа, можно вот эту вот часть, вы можете, конечно же, удлинить. Это я сейчас дублирую то, что я вижу на фотографии. Далее, мы разделяем центральную часть. То есть, вот такая вот часть у нас и сзади находится. То есть, 2 боковые части из резинки 2 на 2. И пока это все из резинки 2 на 2, но 2 боковые и 2 центральные. Одна спинка, одна передняя деталь. Далее, мы разделяем спинку перед на две половинки равные. И вот здесь вот мы начинаем делать добавление. То есть мы определяем половину, разделяем, цепляем маркер. И здесь забыла сказать, что убавление мы делаем в каждом лицевом ряду вот здесь и здесь. В каждом лицевом, в каждом нечетном ряду мы делаем убавление, четный ряд мы вяжем просто без изменений. Далее мы продолжаем делать здесь в каждом четном ряду убавление, при этом вот эту часть и эту часть мы вяжем резинкой 2 на 2, здесь делаем убавление, а здесь мы разделили по центру, здесь мы делаем добавление либо с протяжки, ну, не накидом. Ну, хотя, даже если вы сделаете здесь накид, то тоже очень будет красиво. Вот здесь вот будет такая полоса дырочек, которая подчеркнет. Она изюминку даст, поверьте мне. Это даже будет очень симпатично. То есть, в этих местах мы убавляем, а в этих местах мы добавляем петли. То есть, общее количество петель. То же самое делаем на спинке. У нас не меняется. У нас все остается по... Единственное, что вот на вот этих 5 сантиметрах у нас петли убавляются. То есть, вырисовывается у нас талия здесь за счет вот этих первых убавок. Далее у нас все идет ровно. Полотно немного сузится, потому что пойдут наискось вот эти вот стороны, и поэтому талия подчеркнется еще больше. Вот в этом моменте, девчонки,
Вот, и сводим на нет, то есть пока мы не перейдем полностью на чулочную гладь, пока у нас все не... Это может быть по-разному, у кого-то может быть ниже, у кого-то может быть выше, у кого-то зайдет за рукав. Ну, в общем, так, далее по пройме. Что мы делаем по пройме? Девчонки, что я там вижу? Здесь есть два варианта. Либо вы вот эти вот петли, которые у вас отделены на, как бы на боковую часть, здесь вот вы уже разделяете, будете вязать поворотными рядами эти петли, которые у вас остались. То есть вот этих 2 на 2 у вас уже нет, у вас чулочная гладь. А здесь у вас вот кусочечки резинки 2 на 2, которую вы в половине этих полосок делите на пройму. И либо переходите здесь на резинку 1 на 1, потому что там пройма связана, вернее, обвязка рукава связана резинкой 1 на 1. И вяжете вот таким вот образом. Здесь вы просто автоматически переходите на резинку 1 на 1. Здесь делаете убавление после вот этой вот резинки до нужного, как бы, до нужной ширины, вот сколько вам нужно, далее вяжете прямо. Либо есть еще один вариант, вы закрываете петли проймы вот таким вот образом, уже включая все, то есть закрываете петли проймы и вяжете обычную пройму, да, а потом уже вы обвязываете, уже когда будет спинка и передняя деталь, вы обвязываете, знаете, каким способом, как у меня есть планка, которая привязывается к этой детали, то есть вяжется она потом, но при том она получается цельновязанной. Оставлю ссылочку под видео в описании, вы сможете посмотреть, как это сделать, и вот так вот сделать. Так, если все-таки вы проголосуете за то, чтобы вязать эту модель, я именно так ее и сделаю, чтобы вам было понятно. Вот, здесь по горловине, что мы видим обычную горловину, круглый вырез, и она уходит прямо на нет. Вот эта вот часть уходит у нас на нет. Потом по горловине набраны петли и связана резинкой 2 на 2. Вот такой вот микс узоров у нас здесь видим. Но хотя по итогу очень даже симпатичная и необычная вещь. По сути, простая и при том с изюминкой, девчонки. Очень-очень симпатичная. Так что пишем-пишем. Я жилет как раз довязываю вот этот вот стойкой воротником. И могу сделать вот эту вот маечку. К чему я очень даже склоняюсь, девчонки. Вот. Ну, а на сегодня все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Подписываемся на Инстаграм, Фейсбук, куда угодно, везде. Все ссылки под видео в описании. Вот. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.